Огромное спасибо моим спонсорам на Patreon: Майкл Мюллер, Дэн Спантон, Тай Хенри, Ферруччо Тараран. И отдельное спасибо спонсору, который представился инкогнито. Грамматика. Предлоги «в» и «во». Сегодня я отвечаю «Азиз Измаил». Если слово после предлога начинается на две согласные буквы, первая из которых «в» или «ф», то в речи и на письме используется предлог «во». Во фрагменте, во фразе, во Франции, во флаконе. Во фрагменте этого фильма есть очень интересная цитата. Во французском ресторане мы попробовали новое летнее меню. Во фруктах содержится фруктоза. Во Франции есть Эйфелева башня. Во втором, во вторник, во вчерашнем, во взгляде, во владении, во всяком. Его машина была во втором ряду на дороге. Во вчерашнем журнале я нашла мое интервью. Во время дождя лучше открыть зонт. Во Владивостоке есть вантовый мост, русский. Также предлог «во» используется со следующими словами: во многом, во мне, во весь, во имя, во сколько, во славу, во-первых, во избежание, во сне, во плоти и другие. Они сделали фото на смартфон во весь рост. Эта книга очень популярна и издается во многих странах мира. Может, дело не во мне? Предлог «во» употребляется перед «что». Во что ты будешь одет? Во что ты превратилась? Во что нужно положить это? Пока все. Всем спасибо за внимание и успехов в учебе.